5 признаков того, что мужчина влюблен. Если девушка влюбляется, она готова часами говорить на эту тему и просто кричать на весь мир о своих чувствах. Но с мужчинами все совершенно по-другому, потому что они редко рассказывают окружающим о любви, стараясь показать это определенными действиями. Но с легкостью могут контролировать свои фразы, мастерски подбирать слова, но как-то влиять на поведение и настроение практически нереально. А теперь рассмотрим с вами 5 важных признаков того, что мужчина испытывает искреннюю любовь к своей второй половинке. Первое. Зрительный контакт. Надо отдать должное психологам, которые с легкостью могут определить влюбленную пару среди огромной толпы. Таких людей будут всегда выдавать глаза. Когда пара влюблена, примерно 75% они будут пристально смотреть друг на друга. Более того, если кто-то окликнет влюбленного человека, у него не будет моментальной реакции. Он с неким замедлением отведет взгляд от своей второй половинки. Второе. Он будет видеть общее будущее. В диалоге рано или поздно начинаются разговоры о будущем и обо всем, что с этим связано. И если мужчина, рассуждая на эту тему, упоминает свою избранницу, скорее всего, у него искренние чувства к ней. Это могут быть какие-то мимолетные разговоры, например, мечты о загородном доме или какой-то пристройке на даче. Но если такие планы обсуждаются, как общие, это верный признак глубоких чувств, которые мужчина испытывает на данный момент. Третье. Он разделяет настроение партнерши. На самом деле все достаточно просто. Ведь влюбленные люди всегда будут находиться на одной понятной только им эмоциональной волне. Проще всего такое прослеживается в моменты грусти. Если у девушки плохое настроение, ее мужчина не сможет радоваться чему бы то ни было. Он точно так же будет испытывать подобные чувства. Четвертое. Он обустраивает помещение под нее. Когда мужчина по-настоящему влюблен в свою вторую половинку, он обязательно будет учитывать все ее предпочтения в плане ремонта или обустройства жилья. Самое простое – это место в шкафу. Если пара начинает вместе проживать, мужчина обязательно найдет полку в своем шкафу, чтобы разложить вещи партнерши. Точно так же и с полочкой в ванной. Ведь все понимают, что у девушек значительно больше косметики, нежели у мужчин. Поэтому ей потребуется больше места, чтобы комфортно ощущать себя. Пятое. Он познакомит со своей семьей. Мужчина всегда будет гордиться своей избранницей, если испытывает истинные чувства. Следовательно, он всеми силами будет стараться познакомить ее со всеми членами своей семьи, начиная от родителей и заканчивая дальними родственниками. Такое поведение говорит не только о наличии любви, но и большом доверии к партнерше. Ведь семья для мужчины всегда играет очень важную роль в жизни. Но если мужчина не готов на такие решительные поступки, скорее всего, он что-то скрывает или просто не намерен развивать серьезные отношения. В любом случае, необходимо внимательно относиться к данному аспекту.